память здесь. Она хватит сейчас на 40 минут. Запомни время, пожалуйста. Через минут 30 напомни мне, ладно? Чтобы я поменял. Хорошо? Пока 40, я потом другую ту поставлю камеру. Это совсем опустится. Так, еще раз теперь вместе. Все ты же повторяем да. Комплекс. Еще раз. Вместе. Поехали. Все тоже. Ты это должен запомнить раз и навсегда. За правило. Утром встал, сделал комплекс. Вечером ложишься спать, делаешь комплекс. Тысячи действий делаешь примерно одно действие в секунду. Это получается 1000 секунд. 1000 секунд определяем это примерно 15 минут. То есть реально 15 минут хватит, чтобы полностью все сделать. Самое простое. Смотри, еще раз. Напоминаю. Зацепился. Еще раз. Обращаю внимание. Как дыхать это действие. Смотри, зацепился. Пальчиками. Либо так, либо так. Через 50 раз можешь поменять. Большими пальцами я зацепился, развожу, указательными всеми остальными я свожу треугольник. Во-первых, чувствую хорошее положение, конструкция. То есть она жесткая рамка. Даже ну, чисто руки привыкли, даже для привычки. Что внизу, когда руки, смотри, я развожу. Видишь, да, что происходит? Я развожусь. Например, пока вот на теле не подготовлен, не очень видно. То есть когда сальцует, оно быстрее так же играет. Жизнь, пресс, да, жизнь, детей есть пресс, да. Бабушек есть пресс, это все. Если бы не было мышц, тело бы развалилось. Да. Просто фишка в чем? Надо перевести мышечную массу в жилу. Сдручиваешь. Его мышцы кормить надо, а жилы кормить не особо. Вот, первое зацепили, разводим. Здесь я упор на сжатие, на пальчиках, на разжатие. Поднимаем. Так же. Раз. Высоко тянемся. Прям за голову тяни. Можно приподнять вот так. Тянем подбородок вперед. Вот смотри. Потом также спинка прямая. Это же растяжительное действие. Смотри, ручки положили. И давим вниз. Давим вниз сколько получается. Раз. И здесь тоже самое. Я тоже. Обращение дракона к северной звезде, например, там, да, какой-нибудь.
ты должен это понимать на честном уровне, как это происходит. Первое, закончить это сделать. Потом второе, очень хорошее действие. Вот, ну, например, веретено. Давайте рассмотрим этот вариант. Первый вариант. Я в себя. По разным уровням. Это еще и как же сама набивка. Вариант номер один, да? Веретенышко. Сбивки. Сбивки. Можно кулачками, можно ладошками, да. Вариант номер два. Я не убиваю, я наоборот. Наоборот. Развожу. Все так же, как ты до этого делал. Только ты до этого делал внутрь, а это надо наружу. Наружу. То есть, смотри, наружу, да. От себя. От себя, и за спиной, и перед собой, от себя делаешь. Да, да, да. Амплитуднее, прям раскидываешь. И раскидываешь. Вот смотри, вот здесь. Вот здесь. А у тебя получается, ты оп, замыкаешься, переводишь, у тебя замыкание. А здесь, раз, все, есть, молодец. Собой закупим просто здесь, на уровне груди. На уровне груди. Да, давай. Да. Да, да. И теперь задаешь ему состояние, смотри, мы же крутимся телом. Это как поясок, который мы делаем. Да, да, да. Тоже должна быть хлесткость, что к себе, что от себя. Например, когда мы делаем веретено к себе, ударный план. Ударный план, да, я тренируюсь. Я на уровне автоматизма, я как губа по уровню по-разному. Ударный бань к себе. Вот у тебя такая же тема. Давайте, подвигайте. Что я за спиной у меня будет действие делать, что перед собой. Везде одинаково. То есть тебе надо сейчас человеку понимать, как в себе, как от себя. Должно быть идентично, ловко. Нет, 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 да, не тело. Плечо именно, плечо. Давай попробуем. С этим, конечно. Потяжелее. Ого, молодец. Хлещ. Так, руки-плетки, принцип. Молодец, не замыкай. Молодец, за спиной. Да, потому что отбрасываешь от себя. Да. Хочется ориентироваться, допустим, я не очень зеркала, потому что ничего не вижу. Вот. Но некоторые, я знаю, им необходимо ориентироваться на зеркалах. То есть, чтобы ты понимал, как это происходит. Должно быть состояние плети. И руки, и ноги. Вот. Но это опять, это домашнее задание. Потом смотри. Веретена, именно как бы соплеток, мы переходим на такую же тело, только тело наклоняется в уровне 90 градусов раз, в зависимости от степени растяжки это пойдет. Правая рука идет либо за ступню, с наружной стороны, голень, да, ступня, либо за коленом, в зависимости от уровня наклона, который надо. Если вы поднимете ниже, ножки натягиваются, смотрите, соответственно, сильнее другое. Сначала сделали, протянули. Да. Раз, два. Просто протянули, посмотрели, поподнимались до коленочки. На коленочки поделали, да. А потом делаем такую интересную штуку. Ручку поднимаем. Да, и поехали такой, да, пропеллер. Молодец, да, 100 раз должно быть. Смотрим вперед. Смотришь вперед. Раз. Три. Четыре. Пять. Шесть. Надо не 100 сделать, а 10. Вот смотри. Вариант раз. Да? Руку. Руку надо поднимать. Что у нас такого положения. Разные положения. Разные углы. Вот это верхние руки. Потом бедра. Мы можем, например, когда ты наклоняешься, смотри внимательно на бедра. Вот я сделал. Я вижу, у меня ос. Я чуть-чуть заваливаюсь. Я могу выровняться. То есть ты по натяжению. Не заваливаясь, ты по натяжению сам поймешь, как спинку выпрямить. То есть ты не заваливаешься, чтобы не было заваливания. Второй, да, нюанс. Третий нюанс. Как мы руку делаем за спину, так можно также за голову. Также за голову, да. Вот так. Да. Давай, если не достаешь, рукой до колена. До колена. Раз. Тело не заваливай. Не заваливай. Вот
и пошел протягивающийся. Щепозвоночник скручивает. Тоже 10 раз. Вот так, вот так и вот так. Получается, ну, желательно столик сделать. Давай, давай, давай. То есть здесь смотри, какая штука интересная. Обрати внимание. Я сделал, зафиксировался. Вот здесь у меня натяжение. Я не расслаблен, у меня рука. Расслабляться это, ну, это подобно описанию, да, такому ярости. Нам надо состояние тонуса, чтобы это было натяжение, как струна. Натянута. Тебе как творческий человек, ты знакомый, да, натяжение, правильно, натяжение струны. Поэтому здесь ты, смотри, тут у меня расслаблено. Лишь бы не отставить, но я это сделал, чем это меня хотелось. На самом деле должен быть вот так. И несколько секунд подержать. Несколько секунд подержать. Да. Да. Упор через вот здесь. Ты как бы упираешься, сам себя тело еще раскручиваешь. Так, ну, допустим, запомнил, да? Следующий вариант. Очень важно для осанки, для спины, как бы для роста, я тебе говорю, упражнения сейчас именно на растяжку мы идем. Они в течение года ты с результат заметишь. При условии, что будешь это делать каждый день, как гигиену у тебя будет. Следующий, смотри. За спиной, за головой. Так же. Вот я могу пальчиками схватиться. Допустим, получилось свои пальцы. Вытягиваемся. Вытягиваемся. Спинку прямо. Первое. Продержаться, простоять. Сколько-то времени. Продышаться. Второе. Начинается движение. Ты замок зацепился. Ты как же еще двигаешь, тянешь. Да. Да. Пытаешься пальцы разорвать цепь. Да. До пока руки прям, как ты знаешь, наливаются кровью, ты перестаешь чувствовать. Вот это вот. Ну, ты скажешь, 50 раз ты должен сделать. Потом ручки в сторону наворачиваются. Ну, вот, поменял. Да. И поменял. Да. Давай, давай. Какая-то рука легче, какая-то здесь плечи, позвоночник, мышцы длинные. Так же сделали, попротягиваем, все поделали. Да. Я тебе сейчас показываю набор, который комплекс, который надо делать. Так, следующий вариант. Вот, допустим, мы сделали, да? Ручки в локтях позгибали. Следующий вариант. Переплетение рук. Переплетение, да. Да. Ту руку, которую молодец, когда я зацепил, все. Тихо, и поехали, смотри, вот в эту сторону, тихо. В одну сторону я делаю болячку, да. Нет, а вот этой рукой я сопротивляю. Нет. Я ей вот сюда, в обратную. И так. Поехал, перебарываю. Раз. Раз. Два. Три. О, четыре. Четыре. Пять. Ой. Шесть. Семь. Еще болевой. Еще болевой. Если можно сделать. Да, болячку сделать. Допустим, сделал там 50 раз, да? Теперь смотри, вот эту руку, на которую мы проводим болевой, я ее пытаюсь распрямить. На кисти я также зацепил. Да, 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 перебороть это надо. Перебороть. Видишь, как она выгибается? Выгибается. А теперь смотри, теперь я делаю такую штуку интересную. Вовнутрь я скрутил, да, как можно за пальчиком зацепиться, да. Скрутил кисть. Правую руку размяли. Так же слева. Раз. Зацепил. Ручку поймал. И поехал. Раз. Два. Три. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Так же. Распрямил. Распрямил. И смотри, вот этой рукой теперь я... Да! Как получилось? Молочек, есть контакт. Следующее. Руки в боки, либо на почку. Вот у меня же здесь еще не очень удобно. В боки. Получается, локотки, да, сводит. Например, две поставил. Поиграл. Да, больше своди живот в тени. Поиграл, впереди одну руку. И начинаю сюда, да, болевой. Плечо, локоть.
Он может быть разным. Если угол меньше, будет удобнее. Угол больше, когда бах, не очень удобно. Где бока идут? Нет, вот чуть-чуть повыше в яму. Давай. И также пошел. Чувствуется на плечо, акцент чувствуется. Сделал чуть-чуть. Другой. Чуть-чуть другой. Это потом также, например, болячка в действии, не знаю, там стойка в борьбе, такая тема. То есть руку подвел вот здесь. Просто получается, да, а в зависимости от того, насколько у тебя развит будет, вот такой ты, насколько развит ты действует, ты сможешь противостоять или что-то противопоставить, начиная там от кувырка, отмечая тебя, тяну фактически самый кувырок. И заканчивая на того, что тебе надо будет провести какое-то действие. Взять через силу и вытащить. Так, это у нас спина, плечи, шея. Давай, шея тоже упражнение. Максимально наклон подбородку. Ой, подбородок оставить, грудине. Да. Максимально. Максимально к спине. Максимально ухом плечо. Максимально. Да, и пошел. Четыре наклона, это получается за один. Вперед-назад, вперед-назад, право-лево, это за один, да. Видишь? Можно менять назад, вперед, лево-право. Вперед-назад, право-лево. Вперед-лево, назад-право. То есть как у тебя там вариативность по делу, да? Потом покрутил. Потом повороты. Раз, спинку прямо. Обязательно живот тянуть напрямую. Поворот. Раз. 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 Можно помогать. Помогать. Ручку взял. Помог. Ручку взял. Как это надо делать? Равняйся. Помог. Как равняйся. Конечно, упражнение равняйся одно из самых сильных. Во-первых, тяну живот, осанка, все, на натяжение, как струна. Это нереальное упражнение, я уравняюсь, но было по несколько часов стояли на карте, там, за всякие упражнения, просто стоять и уравняюсь. Мы сутками стояли вольно. Откуда? Вольно, не вольно, не вот так вот, а вольно, помню, знаете, как уравняюсь, только одна расслабленная, да, сутками стояли, там, шесть, падали, представляешь, как бы, бах, это что с кошечки. Без кормежки, да, вообще никак. Это наказание было, там просто крысы ловили. Надо было, чтобы признались. И так все сдали, надо было просто признать. Ты извиняешься за то, что там положение зубов? Там очень жестоко. Ты же мне зубки не попал. Это твой зуб. Неважно, хорошие, плохие, все сержанты. И я благодарен за то, что я проходил вот в Америке. Я не знаю, да. Можно даже себе помогать, смотри. Я тебя тронул. Затылок. Я тебя тронул за живот. Протяжись. Можно даже вот прохлонить. Конечно, обязательно. Взглядом тянешься туда. Взглядом надо тянуться туда. Перестрелили и тянешь. Потому что есть такой прикол. Вот посмотри, какая штука. Повернись ко мне спиной, пожалуйста. Поверни голову в левую сторону. И видишь мой палец? Спинку прямо сделаю. Ну, руку мою, ладно, любой из пальцев. Видишь? Я вижу полностью образ. Полностью ладонь, дальше. А вот так. Тянись голову. Одной рукой я поднимаю подбородок, а здесь макушка
Да, мы как бы ровно пытаемся сложить, да. Да. Прыг, да, правильно. Поэтому это надо обязательно делать. Так, молодец. Делаем. Следующее. Ноги. Ноги. Опять, самое простое для разогрева, для укрепления. И как получается, вот это действие. Чуть присели, и потом максимально раскрывается. Прям раскрытие должно. Как будто колено хочет в другую сторону выгнуть. Чуть-чуть там присесть, да, прям немножко. И раскрываешь. Вот это раскрытие должно быть секунду, прям бух. Стума, прям обрезал парень. Да. Тихо. Вот как еще раскрываешь? Да, так же. Когда ты раскрываешь, тяжело расслабляешь. Видишь? Бам-бам-бам, расслабляешь. Синенько. Вот так должно быть. Как это бетонно. Джин. Мышца, жилы. Потихонечку. Я тоже сто раз. Можно говорить попеременно. Ты какашка, ложись. Прям как удар. Удар назад надо делать. Зайдите, оставляй. Поджилки трясутся, да, поджилки. Потом он будет удар. Да.